Приветствую тебя на своем лаб-канале. Наверное, ты думаешь, что это за странное хобби, когда люди одеваются в исторические костюмы. Я как раз недавно приехал с ларп-игры Warhammer 2020, и тебе об этой игре я сейчас хочу рассказать. Я покажу, что это не просто театральная постановка, а все происходит по-настоящему. Ну что ж, погнали! Для начала я расскажу, что такое вообще ларп-игры. Ларп – это устоявшийся мировой термин, который переводится как Live Action Role-Playing Game, то есть ролевые игры живого взаимодействия. Это хобби подразумевает, что вы в выбранной роли будете взаимодействовать с другими игроками, у которых тоже есть свои роли, ограниченные лишь тематикой игры. Вот, к примеру, в мире Вархаммера могут быть и рыцари с принцессами, и вампиры, и орки, и даже всевозможные демоны с нежитью. Наверное, ты думаешь, что на ларп-играх все происходит как будто на съемках фэнтези мира. Да, игроки стараются сделать костюмы и окружающую атмосферу такой, чтобы максимально ощутить себя в игре. Важное отличие от фильма или театра в том, что на ларп-играх никто не знает, как будет развиваться сюжет, ведь каждый игрок каждую минуту творит свой сюжет, который перерастает в общие игры. Рыцари совершают подвиги, маги колдуют заклинания, торговцы спорят за цену, ну и так далее. Ты неплохой боец, Апогеем игр становится крупное событие, такое как массовое сражение у стен замков, которое, в общем-то, мы сейчас и наблюдаем. Ларп-игры проводятся на специально оборудованном полигоне, где на начало игры производится строительство моделей городов, крепостных стен и замков силами самих игроков. Мастерская группа – организация, которая проводит игру, обеспечивает игроков специальными игровыми предметами, такими как внутриигровая валюта, сертификаты, паспорта игроков и так далее. На время проведения игры на полигоне дежурят медики и служба охраны, чтобы игроки могли спокойно и безопасно наслаждаться игрой. Резюмируя, я
я скажу, что ларп-игры – это уникальная возможность проявить свои актерские таланты и пожить недельку мыслями и делами выдуманного тобой персонажа. Ты никогда так не проникнешься в вселенной то ли исторической, то ли фэнтези, как на ларп-играх. Это особый опыт, который в особенности любителям компьютерных RPG-игр и читателям книг я рекомендую пережить. Обязательно подпишись на мой канал, если тебе эта тематика интересна. А пока, до встречи в новом ролике. Редактор